Так, ну вот такой вот гроб на колесах. Кейс. Непонятно какого года. Чего я только в жизни не видел. Но удивляться не перестаю. Ладно. Вот, хочу еще раз снять. Ну, что это? Ну, фиг его знает, все грязное. Шестерка рядная, елки-палки. Не знаю, может, кому не понравится то, что я тут снимаю. Противовес. Ну, такое бывает, да. Такое бывает. Воздушный воздухан. Это резетка. Предпусковой подогреватель, наверное. Ха-ха, кейс. А, я туда не полезу. Вообще надо с той стороны, наверное, было. Ладно. Завелся. Тарантас. Еле-еле. И там. О! Так может он еще и поедет. Вот так вот, ребята. Движок, оказывается, стоит уже другой, вольвовский, сказали. Не знаю, как они его тут меняли. Из какого именно Вольво он тут стоит. Ну, хотя, может быть, тот Вольво тоже был таким трактором. И, может быть, они, в общем-то, были одинаковые. Да, завелся почти сразу. А вот навесное здесь переделано так, чтобы все причиндалы подходили от маниту. Ковши, вилы, что там еще. Ну, здесь только ковши с вилами у них есть. У них манитушка тоже есть, там стоит. Какая-то средняя, 8-метровая, что ли. Вот. К манитушке на самом деле много чего подходит там. Корзины всякие. А, ну да, вот он и штырь этот, которым стопорится. Вилы или ковш. Вот такие вот дела. Походу, может, еще что-нибудь узнаю. Фары прикольные. Наверное, от каких-то советско-российских Жигулей. Не видно, наверное. Вот. Ладно, посмотрим. Чем это. А, вот. Кейс. Надо будет поставить, может, табличку какую найду. Так, ага, ребята. Вот и табличка нарисовалась. Не так-то уж далеко она и пряталась. Ну вот, сейчас на видео, потом еще сфотографирую. Кейс. Фиг его знает, что там еще. Ладно, ну вон там еще в кабину. Ладно, это не сейчас, потом, может быть, залезу. Посмотрим. Ну вот. Коробка там или что там, редуктора, карданы, мосты. Да, все, конечно же, уже пожеванное. Ну ничего, бегает еще.